Здравствуйте. Доктор может похоронить свои ошибки, а архитектор может только посоветовать посадить плющ. Вот именно об этом сегодня у соседей Сергея Пухачева и Екатерины Ивановой. Здравствуйте. А еще сегодня у нас в гостях добрый сосед и всегда компетентный советчик, юрист Константин Демидов. Константин, здравствуйте. Добрый вечер. Мы в прямом эфире 67-97-67. Присоединяйтесь, соседи, ведь не только об архитектуре будем говорить сегодня. Конечно. Константин, каждый человек где-нибудь доживет. Следовательно, у каждого человека есть кусочек фасада, как бы по-любому, как говорит молодежь. Так вот, о фасадах и речь. Кто за них отвечает, как это все регламентируется? У нас же любят регламентировать. Об этом. Ну, отвечает-то, конечно, собственник, правда? Кто же еще приведет в порядок ваш фасад, если вы живете в этом доме? А вот общие правила, которые у нас обязывают собственников это делать, это наши правила благоустройства, которые у нас в Великом Новгороде существуют. И, кстати говоря, совсем недавно, 28 ноября, туда внесли изменения в эти правила благоустройства, очередные изменения, потому что документ живой, он все время у нас развивается. И вот в этих изменениях появилось понятие, во-первых, прилегающей территории, а во-вторых, появилось понятие паспорта фасада жилого дома. Живого? Вот давайте разбираться, о чем речь, какой паспорт? Уж паспорт на все, на счетчики, на жилье, на собак, да. На кого только нет паспортов, на фасад еще? Да, на фасад что должен это? Появиться паспорт. Это предложение администрации Великого Новгорода, чтобы у нас появилось упорядочивание какое-то. Но вы знаете, наверное, здесь смысл, конечно, есть. Почему? Потому что органы местного самоуправления, местной власти, они регулируют вот общую концепцию архитектурную застройки любого населенного пункта. И это, наверное, правильно, потому что, конечно, Сергей Борисович, конечно, не даст соврать. Интересно, когда купеческая застройка в старинном городе существует, такая разномастная, да? Наверное, у нас кусочек даже такой застройки сохранился. Но вообще-то, в целом, конечно, это, наверное, не очень правильно. Должна быть какая-то определенная концепция. У нас с вами есть дороги, есть бульвары, улицы, вот есть как она застройка. Выглядит. Вот вы сказали, вот документ живой, но ведь и город живой, и дома живые, они меняются даже от погоды. Нет, вы скажите, что системно нужно сделать? Вот пока, ты въезжаешь в западный микрорайон, серо, хмуро и уныло. Не обижать нежные мои любимые, уважаемые соседи из западного микрорайона, но это так. Это вот такой незамысловатый дизайн 80-х. Сказали о том, что серо и уныло. Вот вообще, конечно, например, высотность, габарит, там, где построить дом. Но есть для этого СНИП, есть масса правил. В общем-то, застройка в этой части регулируется. А вот цветовое решение, до последнего времени у нас как-то выпадало с предмета регулирования. Если после строительства, и вот теперь должна появиться концепция вот как раз такого цветового решения наших улиц. И вот как раз паспорт, который должен оформляться на строение, он и предусматривает, скажем так, утверждение цвета или вариантов цвета в отношении конкретного строения, который бы не выпадал из общей концепции. Вот в чем смысл этого паспорта. Можно я буду зрить в корень? Вот сидит, смотрит наш сосед, который пришел с работы, который в этот понедельник успел без пени заплатить налоги. Придет за коммуналку, заплатит, подготовится к Новому году. И только успел застеклить балкон, например. Да, и у него одна мысль в голове сейчас. А за чей счет банкет? Вот возьмут ли с меня, как собственника, с нашего дома деньги дополнительные опять за этот паспорт? Надо будет покрасить фасад в тот цветовой концепции, которую дядьки в пиджаках утвердили, за чей счет? Конечно, за счет собственника. Тут уж не будем никаких секретов делать. Да. Понятно, что никаких тут выливаний из бюджета на эти цели предусмотрено не будет. Есть собственник, у него есть имущество, он за это имущество отвечает и несет бремя расходов по его содержанию. Новое бремя появилось. Хорошо, а цветовая гамма? Кто-то стеклит балконы современными металлоконструкциями, кто-то по старинке деревом. Это как будет? И дома, согласитесь, сейчас несколько похожи на скворечники, которые построены там несколько десятков лет назад, а жильцы в своем представлении о прекрасном их делают комфортными. Мы с вами пока говорим о том, что появились изменения в правилах благоустройства, а вот концепция цветового решения все-таки это документ, который должна администрация уже в развитии этих правил утвердить. Опубликовать обязательно. Вот эти правила, о которых мы с вами говорим, они вступят в силу с 1 января 2020 года. Очевидно, что после этой даты, конечно, появится такая концепция. И нужно будет красить. Вы знаете, пока, честно говоря, у меня тоже вопросов больше, чем ответов. Вы знаете, мы несколько лет назад очень долго спорили насчет
рекламного оформления наших улиц, наших домов. Вы знаете, было много копий сломано, и, на мой взгляд, сейчас можно уже, ну, на результат, наверное, полюбоваться. Все-таки, вот, на мой взгляд, у нас реклама в городе стала несколько сдержаннее, чем раньше была, правда? Вот вывески-то не столь кричащие. Они появились между первым и вторым этажом. Появилась упорядоченность. То есть вот эти вот споры, они не прошли даром, мы увидели какой-то определенный результат. Вот я думаю, что это следующий этап. Когда будет утверждена такая цветовая концепция, мы тоже через какое-то время увидим результат. У нас, наверное, появится какая-то упорядоченность на наших улицах. Слово «упорядоченность», Константин. Тяга к казарменному порядку существует. Тяга ранжировать, выстроить, не больше метра, не шире сантиметра, это есть. Но есть мегаполисы. Вот Невский проспект. Какая там концепция? Ну, вы знаете, я очень надеюсь, что администрация города, когда будет эту концепцию утверждать, все-таки сделает это не в тиши кабинетов. Конечно. Да, не кто-то там, вот один, может быть, кому-то, может быть, нравится казарменная вот такая, да, знаете, но он может ошибаться. Да, но он может ошибаться. Мне кажется, все-таки должны, главное это слово сказать, горожане, правда? Что мы с вами хотим увидеть? Разношерстную вольницу? Или все-таки какой-то более сдержанный цвет? Или, может быть, там какая-то другая должна быть концепция? Хорошо, вы неплохое письмо написали турецкому султану. Вольница, ну, в общем, да. Вы не о том думаете, надо срочно организовывать фирму, набирать штукатуров и маляров. Сергей Борисович. И одного владельца, который аффилирован, быть может, будет, нет? Ну, надеюсь все-таки, что здесь у нас не идет речь о каких-то аффилированностях. Да, нет, а кто будет выбирать? Хорошо, цвет утвердят один, бледно-зеленый с вкраплениями. А кто будет нанимать людей, которые будут красить, штукатурить? Вот, собственник. Да как собственник? Если многоквартирный дом-то. Конечно, собственник. Но я говорю, у меня пока тоже больше вопросов, чем ответов, потому что, например, существуют у нас кирпичные дома. Ну, кирпич, очевидно, ведь нельзя изменить его цвет произвольно. Ну, как-то не красить красный кирпич, наверное, все равно зеленым не станет. Он будет просто облизать и упорно будет свой цвет проявлять природный. У нас с вами есть масса домов вот блочной такой застройки советской, которая отделана мозаикой, вот этой вот советской. Ну, как тут изменишь цветовую? Ну, наверное, никак. Тут даже и покрасить-то невозможно. Ну, не прилипнет просто к этой мозаике. А кондиционеры тоже попадают? Ну, кондиционеры – это немножко другая история. Но вообще-то это тоже изменение архитектурного облика здания, где он располагается. И вообще-то его тоже нужно делать только по согласованию с местной администрацией. Потому что мы тут с вами до эфира разговаривали. Любой кондиционер нас согласовывает. Ну, вы знаете, любое здание, каким бы оно серым, неприглядным нам ни казалось, оно имеет своего архитектора, и у этого архитектора было свое мнение относительно внешнего вида этого здания. Ну, вот результат его работы. Ну, какое было мнение о внешнем виде здания у архитектора панельных крыш Хрущевок? Да, да. Но мы сейчас не об этом, Константин. Вот когда вы анонсировали, да, это решение постановления, еще одна такая ключевая фраза прозвучала – прилегающая территория. О чем идет речь? Вот давайте разбираться. Что такое? Кому прилегает, к чему прилегает, кому принадлежит. Словечко-то какое-то прилегающее, вроде не казалось. Вот эта вот история с длинной-длинной бородой. У нас когда-то давным-давно, еще с советских времен, было понятие прилегающей территории. И, в общем-то, трактовалось оно органами власти довольно вольно. Вот у нас, например, прилегающая территория определялась до середины проезжей части от земельного участка, где располагается дом. То есть, в общем-то, была такая, наверное, цель поставлена у властей. Ну, вот сделать так, чтобы весь город убирали кто-нибудь, кто вот рядом живет. Вот. Но в конце концов, конечно, это привело к тому, что силы и возможности у собственников таких нету. И прокуратура, в конце концов, оспорила эти правила и их отменили. И прилегающая территория у нас исчезла, и много лет ее не существовало. Ну, такая же у нас проблема ведь не только в городе, вот в нашем существует, а и в целом в стране. Рыночные взаимоотношения предполагают, что не должны люди тратить с кармана просто деньги произвольно. И, в общем-то, получилось так, что у местных властей нету возможности убрать все за свой счет. Ну, нету бюджета такого. И в градостроительном кодексе несколько лет назад вновь появилось понятие прилегающей территории. Но написали хитро. Говорят, а вот теперь у нас субъекты федерации в своем областном законе должны написать, какие правила должны существовать, по которым мы будем определять вот эту вот прилегающую территорию. А у нас это прописано? Прописано. У нас появился областной закон, у нас существует. И, собственно говоря, вот эти вот изменения как раз и вызваны тем, что есть градостроительный кодекс, есть областной закон, и теперь это должно найти свое отражение
местном ЖАКТе. А ты вот где живешь, у тебя есть там прилегающая территория? Нет. У меня, я наивно полагала, что это придомовая территория, расходы по содержанию, которые несут собственники. А придомовая это одно и то же? Это совершенно разные вещи. Вот тогда объясняйте, Константин. Вот у нас с вами есть, например, квартирный жилой дом или частный жилой дом. У каждого из них есть участок. У этого участка есть границы, и это то, что не прилегающая территория. Это то, что принадлежит нам. Это наш двор, это наша собственность. Как подъезд, как крыша, так и двор, так и песочник. Ну, что там? 5 метров, 10 и всяко по-разному. А вот территория, которая уже не наша, но за границами находится и к нам прилегает, это и будет прилегающая территория. Так она ее ведь как ехала, болела. Вот, нам-то ехала, болела, но опять те же дядьки в пиджаках на нас возложат обязанность ее убирать и владеть ею. Нет, ни в коем случае не владеть. Только убирать. Как раз не владеть. Нет, вот тут давайте разбираться, Константин. Вот самый такой Женился, знаете, жене покупаешь все, но никак не владеешь. Знаете, правила определения территории очень сложные. Почему? Потому что общее правило 10 метров от границы земельного участка. За исключениями. Дальше целый перечень исключений. Значит, многоквартирные дома – это 0 метров, то есть нет прилегающей территории. Уже хорошо. Частные дома 5 метров и не больше. Так. Вот. А отдельно стоящие, например, заправки или какие-то комплексы по обслуживанию там, каких-то нужд, там целых 25 будет метров. Нет, Константин, вот. Причем, как вы понимаете, ведь ступили мы на 5 метров, а там что может быть? Ну, может быть пустырь. Такое бывает, правда? Так. И тут все понятно. На пустырь отложили 5 метров, окашиваем, убираем, приводим в порядок. А там трава не расти. А ведь может быть и не так. А может быть так, что мы только вышли за ворота, а там тротуар, а там дорога, а там бульвар. Ну, пляж, наверное, не прилегает у нас ни к одной территории. Но тем не менее. И вот тут у нас существует целый конгломерат вот этих вот исключений и правил, до каких границ вот эта прилегающая территория будет распространяться. Правильно ли я поняла, что на собственников содержание прилегающих территорий никто не повесит? Ну, на собственников в помещении в многоквартирных домах? Не повесят. А то есть, По тому решению, которое принято, нет. А жители частных домов выходят, у них тротуар, будь добр, снежок сам убери зимой. Вы знаете, на мой взгляд, конечно, вот по тем правилам, которые написаны, у нас как раз в основном-то и будет теми людьми, кто должны будут содержать прилегающие территории, это владельцы индивидуальных жилых домов и владельцы торговых объектов, включая нестационарные, что тоже очень важно. Киоски. Да. Да, нестационарные объекты тоже входят и в этот перечень. И тоже 25 метров? Нет, там тоже 5 метров. Ну тоже 5 метров. Но, говорю, существует масса ограничений. Да. Если там идет у вас тротуар, то до бордюрного камня не больше. Если проходит линейный объект, например, трубопровод или линия электропередачи, есть определенный участок, то не дальше, чем его границы. Если пересекаете с соседом, то должны быть и пропорциональны эту обязанность делить между собой. У нас ведь в городе 1500 домов, насколько я понимаю. Может, разработать для каждого индивидуально? А вот как для каждого разработать? Вот есть дома, где просто люди живут, а есть дома со встройкой. Вот представь себе ситуацию. Прийти на место и разобраться. На центре. А так общее правило, там бордюр, не бордюр. Дом в центре, да, там ресторан, цветочный магазин, какая-нибудь табачная лавка, что-нибудь еще. И у всех свое видение прекрасное. А у жильцов 5 верхних этажей свое. Нет, ну дом это на квартиру все равно. Ну хорошо. Тут вообще правила действуют. А прилегающая территория? Вот опять же, кто ее будет содержать? Да, в данном случае, говорю, там у нас в решении написано 0 метров. То есть никто. В данном никто. Случае город будет содержать. То есть владельцам в стройке повезло? Получается так. Тот, кто отдельно стоит, тому не повезло. Кто встроен, тому повезло. Соседи присоединяются к нашей беседе по телефону прямого эфира 67-97-67. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Я хотела бы задать вопрос, за сколько метров киоски, палатки могут быть от стен домов? Сколько вот этот уровень? И кто вообще вот эти, что вы рассказываете, ни в чем не разобраться, хоть высшее образование, кто эти все придумки-то придумывает на нас? Да. Хорошая. Ну, кто придумки придумывает, я вот еще раз скажу, что это появилось не здесь, вот в Великом Новгороде, это федеральный законодатель внес изменения в градостроительный кодекс, и потом это уже транслировалось вниз. То есть, хочешь не хочешь, принимать такие правила все-таки нужно, и придумки, они вот видите, не просто из пальца высосаны. Ну, вот то, что касается вопроса, какое должно быть расстояние, знаете, в каждом случае нужно руководствоваться санитарными правилами, нормами и строительными правилами, поэтому каких-то вот общих правил, как, допустим, для дачного туалета,
туалета. Я вам сейчас не могу назвать таких расстояний. А потому что, дачный туалет есть и правила? Ну, там сколько от забора должно быть, да, сколько там у нас яблоня должна расти. Там существуют общие правила. В городской застройке тут немножко все индивидуально, потому что где-то у нас тесно дома стоят, где-то у нас они стоят широко, где-то улица есть, где-то улицы это нет, и вместо нее, ну, в нашем городе, конечно, это позорно, но существуют, например, открытые системы сбора ливневых стоков. Ну, грубо говоря, кюветы или канавы, да. Вот у нас город, областной центр, а посмотрите, вон, за вокзальном районе, да, существуют такие... Открытые системы. Ну, на моей улице, где же тоже существует такая система. Соседи, не переключайтесь, вернемся в эфир после паузы. День сменяет ночь. Зиму сменяет весна. Меняетесь вы, мы остаемся. С вами 10 лет. Ваше такси. 3 семерки, 3 шестерки. Приглашаем всех на праздничные вечера на новогодний хуторок от кафе «Малиновка». Хотите жить богато? Пожалуйте к нам в хату. Кто с нами встретит Новый год, тот увеличит свой доход. Для радости и счастья у нас есть все. Кафе «Фамилия» в культурном центре «Акрон» приглашает провести зажигательные предновогодние вечера в кругу друзей. У нас доступно, красочно и весело. Звоните 900-120. «Желтый сектор» на третьем этаже. Здесь большой выбор яркой, модной, качественной женской одежды. Стильные брюки, модные сумки, отдел «Том и Джерри». Мы работаем для вас. «Желтый сектор», торговый центр «Парк», третий этаж. Ваш мир удачных и выгодных покупок. Театр «Малый» приглашает с 23 декабря по 4 января на спектакли «Новогодний заячий патруль» и «Мишки-малышки. Новогодние книжки». Магазин одежды и обуви «Заходи». Это возможность приятного и выгодного шопинга. На площади 8000 квадратных метров для вас. Огромный выбор, качественные товары и доступные цены. Заходи чаще, плати меньше. Улица Октябрьская, дом 21. Здравствуйте! В эфире телепрогноз на осень. На территории страны установился уверенный прием цифрового телевидения, а уже в конце ноября в цифровом эфире появятся и программы региональных телеканалов. Они станут доступны утром и вечером на канале ОТР. Однако в некоторых регионах возможны кратковременные помехи в телевещании. При возникновении любых неполадок просто зайдите в меню телевизора и перенастройте каналы. Хорошего вам телевидения в любую погоду! В эфире «Соседи», и у нас телефонный звонок. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Говорите, мы вас слышим. Я хотела бы вот на таком примере разобрать ситуацию. Вот у нас был старый дворец бракосочетания, сейчас новый. Старый, он входил в массив жилого дома. И как разобраться, кто и кому должен? Пожалуйста, скажите. Кто как, вспомнишь? Это... Ну, конечно, не помню. Вы знаете, я в доме напротив жил, когда был маленьким. И очень хорошо помню, как невесту выносили под этой крышей. Да, вот ее по придомовой территории вытаскивали или по муниципальной. Тогда, конечно, такого понятия не существовало, как вот территория придомовая, там, которая в частной собственности находится. Все было государственное кругом, поэтому, конечно, убирали это государственные дворники. Там ЖЭУ, да, тут, соответственно, может быть, городские какие-то. Золотое было время. Золотое было время, да. Таскай куда. Ну, вот, поэтому разбираться, наверное, здесь не надо. Почему? Потому что это многоквартирный дом. Все помещения принадлежат кому-то. Ну, есть у нас квартиры, которые принадлежат собственникам. Есть встроенные помещения, которые тоже принадлежат собственникам. И заботиться о придомовой территории, конечно, должна управляющая компания. То есть там цветочный магазин и... Да, да, управляющая компания должна, собственно говоря, проводить проявлять заботу. А вот прилегающая со стороны, например, улицы Тихвинской, ну, совершенно очевидно, что там это все городская территория. У нас с вами есть там проезжая часть, есть газоны, есть тротуары, которые вплотную примыкают к стенам домов, которые там построены. Муниципальная забота. Ну, это муниципальная забота. И в правилах, вот, о которых мы с вами говорим, прямо написано, что вот если есть граница, после которой уже за уборку отвечает кто-то другой, ну, в данном случае город отвечает, то все, прилегающая территория никуда уже не движется.
Вот за этой границей есть хозяин, есть собственник. Константин, ну так, знаете, соседи сейчас озадачили, а стоит ли волноваться? Вот что нужно делать ответственным собственникам? Ну, вы знаете, в данном случае, наверное, волноваться-то не стоит. Почему? Mm-hmm. Потому что если собственник ответственный, то я думаю, что у него никаких проблем не будет. У нас администрация обязана будет для каждого, например, индивидуального жилого mm-hmm. дома, прилегающую территорию, нарисовать схему и по запросу такого собственника эту схему ему выдать, чтобы не было никаких недопониманий. Вот до таких пор мне косить, а до каких уже не надо. Вот, ну, косить, что вы поняли по слову косить? Дело все в том, что в правилах написано, что входит в понятие содержания вот этой вот прилегающей территории. Это ежедневная уборка. Это окашивание травы, чтобы она не вырастала свыше 10 сантиметров. Это уход за зелеными насаждениями. Правда, это не означает, что нужно сажать деревья. Имеется в виду выпиливание тех, которые уже умерли своей так смертью. И хочется. Да я вас умоляю, у нас в городе за городскими территориями никто так не ухаживает, как они хотят собственников. Катерина, требовать. С чего-то начинать надо? Соседи, выслушаем. Вы в прямом эфире, пожалуйста, говорите. Успеваем еще ответить на один звонок. Слушаем вас. Вы в прямом эфире, соседи. Говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотела задать вот такой вопрос. Мы проживаем в доме 35 лет. У нас почтовые ящики деревянные, но они в таком состоянии, что корреспонденцию туда ложить уже невозможно. Мы обратились в дом-сервис, но нам сказали, или вы меняете за свой счет, а мы ящики вам менять не обязаны. Насколько они... правдиво нам ответили. Скажите, пожалуйста. Деревянные. Ну, лукаво, конечно, они вам ответили. Дело все в том, что почтовые ящики, они же не индивидуального пользования. Это блочные такие вот сооружения, которые у нас, ну, знаете, как они выглядят, конечно. Да? Что деревянные, что железные, там блоки на определенное количество квартир. Конечно, это общее домовое имущество, и, конечно же, должна управляющая организация обслуживать вот эти вот почтовые ящики. Но когда они сказали, что за ваш счет, они, конечно, правы, потому что все, что происходит в вашем доме, оно происходит за счет собственника, правда? Ниоткуда ведь деньги не возьмутся, но с неба-то не упадут. Обязаны они, но хлопотать, да? Конечно, обязана управляющая компания. Поэтому обращайтесь, поэтому обязательно с нее требуйте, чтобы вам заменили те ящики, с ней вышли из строя. Вы имеете право получать корреспонденцию, как нормальные цивилизованные люди. А они счет потом выставят, да? Ну, они должны в смету включить по обслуживанию общего имущества. Константин, две минуты до конца, не могу не спросить. Вот пропишут нам, вы то обязаны, вы то дом выкрасить в радикальный цвет. Кто это будет контролировать? Санкции какие-то предусматривает? Санкции, конечно, есть у нас. У нас есть закон областной об административных правонарушениях. Там есть конкретный состав правонарушений. И за нарушение правил благоустройства там существуют штрафные санкции. Сейчас на память я вам не скажу, какие. Для юридических лиц, по-моему, там 50 тысяч рублей. Для физических лиц там небольшой штраф, может быть, 1000, может быть, 2,5. Я могу сейчас ошибаться. За нескошенную траву у дома. Да, за нарушение правил благоустройства. Поэтому, конечно, здесь... есть такая ответственность, и вы знаете, и ею приходится пользоваться вот нашему контрольно-административному управлению городскому. Вы, наверное, видели частный сектор, бывает, и дрова сгрузят, и лежат они на общей территории. Вы, наверное, видели, бывает, сколько и в канаву сложат, там бог знает что. Но я никогда не видел, чтобы контрольно-ревизионное управление хоть какое-то внимание обращало на это. Именно на это. Контрольно-административное обращает внимание, я вас уверяю, выдает предписание и даже привлекает к административной ответственности на комиссии. Константин, обещайте, что к этой теме вернемся, придете к нам, когда уже все примут в окончательном варианте, особенно цветовое. Я призываю, прежде всего, горожан от этой темы не отходить, потому что, ну, все-таки мы должны определять, какая среда должна у нас в городе существовать. Да, а то вам люди в пиджаках навяжут свое представление о прекрасном. Ну, в общем, да. Константин, спасибо большое. Напомню, что сегодня у нас в гостях был юрист Константин Демидов, а мы, Сергей Пухачев и Екатерина Иванова, говорим спасибо и до встречи в эфире. Всего хорошего.